та робота саме, ну, повернусь тут до бази, вона потрібна людям. Люди це дають вам відчувати? Так, звісно. Так, звісно, постійно, завжди. Даже если люди сами этого не понимают, хотя ну, в большой степени они сами не понимают, зачем это нужно, то я прекрасно знаю, зачем это нужно. Потому что ничего не закончилось, потому что еще будут долго-долго идти эти процессы. И она нужна не только, чтобы доказать вину, а она еще будет нужна для того, чтобы защититься. Поэтому ну, у нее очень много функций. Опять же, она покажет все-таки суть вообще вот этого всего, что произошло. И моя цель все-таки показать, что это нехорошо. И опять же, те дети, которые погибли, которые ни в чем не виноваты, нужно понимать, что призывая соседа или кого-то в свой дом, ну, закончится вот так именно, чтобы не было желания уже ни у кого больше кричать, а как-то давайте вместе разбираться в своем доме, потому что сосед придет, и это закончится очень хорошо. Вот. А это может быть в любой момент, и в любом конце этой страны. Поэтому раз и навсегда нужно понять, даже чтобы там ни было, как бы мы не относились друг к другу, то лучше нужно решать в своем доме сами. А закончится это вот так. Вот. Больше 300 детей маленьких, которые ни в чем не виноваты. Погибшие, гражданские, старики. На самом деле мы еще полностью всю эту картину не знаем, что происходило в 2014 году, сколько гражданских людей, стариков не получая лекарства, там умирали просто. Их там в подвалах и закапывали.